Это Heroes of Nevers, гайд по героям. Так, сейчас мы осмотрим такого персонажа, как Лорд Салфорис. Первый спелл у него — выберите область, которая враги получают 360 единиц урона. В течение последних 5 секунд восполняется 40% здоровья потерянного. Второе — вытягивание жизни. Используйте, чтобы на 2 секунды замедлить движение врагов на 40%, на 5 секунд или до успешной атаки вашего героя ускоряет его движение на 50 единиц и добавляет атаке плюс 120 урона. Считается высшим магическим уроном и дает 100% бомбилика. Третье — это пассивка, забирает 70% регенерации здоровья у ближайших врагов и отдает вашему герою. Враги поблизости пассивно получают 50 единиц чистого урона. И ульта у него — выберите цель, чтобы она получалась в течение 12 секунд 55 высшего магического урона. И нельзя лечиться и регенить хп. Начальными предметами для него являются призрачные машевики, топорик, чаша крови и Frost Wolf. Идемте на мид, чтобы быстрее качаться.